Я профессор Ксавьеров, самый сильный телепат на этой планете. Все мы находимся в серьезной опасности. Немногие догадываются, что они уже среди нас. В каждом дворе, в каждой школе, в каждом офисе, даже среди вас есть хотя бы один долб***. Мажор. Однажды его мозг был массивно облучен русским рэпом. Покупает все, что блестит, и дружбу. Слышь, телега, давай тебе просто баблосов подкину, ты весь кипиш вместо нас замнешь. Я тебе сейчас знаешь, куда это запихну? Чтоб больше такой у меня здесь не было! Математик. Его непреодолимо тянет к знаниям и большим сиськам. Обратите внимание, какая феноменальная реакция. Лови! Рокер. Отдельное украшение нашего парада бесполезных долберов. Вы даже не представляете, на что он способен под синькой. Глаза вас не обманули. Ты псих, что ли, совсем? Запомните, когда молчит человек, он кажется умнее. Но когда молчит долб***, он все равно долб***. Наш список был бы неполным без блондинки. Она способна мгновенно ослепить врага многотысячными вспышками селфи. Вы не могли бы матом не ругаться? А то я прямой эфир веду. Это у нас секретное совещание вообще-то. Теперь все узнают, что 25 октября апокалипсис. Они не лучшие из лучших. Они даже не лучшие из худших. Они – это то, что осталось. И это будет полный пи***ц. Потому что мир может спасти кто угодно, но только не они. Себяшечка. Люди исчезли, дома падают. А мы что будем делать? Апокалипсис, братцы. Ну ладно, погнали, чё? Но нас ведь могут убить. Нас? Вряд ли. А вот тебя точно.